Доброго вечора. Вітаю усіх радіослухачів і телеглядачів. В ефірі програма «Радіо Майдан». У студії працює Наталія Сметанко. Вже за кілька хвилин ви зможете зателефонувати до студії за номером 32-29-78, поставити свої питання гості студії або ж долучитися до обговорення теми, яку ми сьогодні будемо розглядати в нашій програмі. А вона така, що потребує і залучення громадської думки також. Будемо говорити про весняне прибирання. Щороку такі акції проводяться в обласному центрі і взагалі в усіх населених пунктах області. Вони – це так звані суботники. Що це таке? Пережиток радянського минулого чи громадянська відповідальність кожного з жителів населених пунктів, кожного з жителів області? Про це будемо говорити сьогодні з гостею Радіо Майдану. Це Юлія Яндович, заступник начальника головного управління житлово-комунального господарства міської ради. Вітаю вас у нашій студії. Добрий вечір. Нашим слухачам і глядачам нагадую, що ми працюємо у прямому ефірі. Телефон студії 32 29 78. Приєднуйтесь до обговорення теми, задавайте питання гостям нашої програми щодо вирішення питання благоустрою нашого міста. Отже, знаємо, що у Кропивницькому та районах області відбуватимуться заходи весняного прибирання, так би мовити, з 20 березня по 30 квітня. Розкажіть, будь ласка, які це заходи, і якщо люди можуть і хочуть допомогти зробити своє місто чистим і охайним, то де вони зможуть приєднатися до цієї акції? Ну, у нас єжегодна акция, да, такая по благоустройству города, проходит она два раза в году, осенью перед днем города и весной с 1 апреля по 30 апреля. В этом году, в связи с тем, что погодные условия нам позволяют сейчас уже оперативно приступить к уборке города, мы еще и дополнили эту ежегодную акцию коммунальной декадой. Да, это 10 дней наши коммунальные службы работают в усиленном режиме и убирают город от зимней спячки, да, можно так сказать. Тобто це щебень, який за накопичився? Це щебень, це і бутилки, це і пакети. Яркий примір тому, да, був наш меморіальний комплекс, коли сніг сошов і оказалось, у нас там достаточно большое количество свалок, именно мус, пакеты, бутылки, то есть... Тобто це після перебування людей? Да, там, да, так? Да. Поэтому в этом году мы еще добавили такую коммунальную декаду, которая именно только для наших коммунальных предприятий. С 1 апреля мы приглашаем всех жителей нашего города, все предприятия, организации, которые находятся на территории нашего города, объединиться и навести порядок в городе, навести в нем чистоту, для того, чтобы нам было комфортно, всем красиво и удобно, и, ну, я не знаю, радоваться, наверное, что мы живем в чистом городе. Потому что нашим коммунальным предприятиям достаточно сложно убрать весь тот мусор, который, ну, как бы мы сами, наверное, и засорили. Не мабуть, а мы таки сами. Поэтому у нас будет два субботника, мы их так назовем, это 13 числа, очень символично, это будет чистый четверг, и 29 апреля это будет всеукраинская акция, которая будет проходить по всей территории Украины. Основные места, где мы будем проводить и наводить порядок, это наши, конечно же, парки и скверы, да, это парк Победы, это парк Ковалевский, это парк Космонавтов, это набережная речки Ингул, то есть это мемориальный комплекс, который находится на Валах, это роща десантников, то есть фактически это те места, где наши жители проводят свой досуг, да, выходят на природу с семьями, и, к сожалению, они оставляют там достаточно большое количество мусора. Поэтому вот именно на эти объекты мы и, ну, будем на субботнике делать, ну, самый акцент. Большой акцент. Да. Ви сказали про набережну. Я знаю, що там в суботу, 25 березня, відбудеться акція з висаджування дерев. Хто організовує цю акцію? Хто може до неї долучитися? Эту акцию организовывает общественная организация. Спасибо вам большое, что они озеленяют наш город, переживают о нем. Они являются организаторами.
они к нам, по-моему, еще не обращались, я не видела еще документов, но если они к нам обратятся, мы им поможем как стат-техникой, поливом. То есть мы всегда рады помочь людям, которые наводят порядок в нашем городе. Ну, в всякому разі, в соціальній мережі вже є оголошення і закликання приходити на набережну 25 березня з дітками, залучатися до процесу озеленення нашого міста. Скажіть, будь ласка, техніка, яка буде залучена до прибирання, чи взагалі вона є в наявності в достатній кількості, щоб допомагати людям технічно прибирати сміття? Ну, на сьогоднішній день вся наша комунальна техніка, яка мається в Універсалі 2005, в Кіровоград благоустрої, в ритуальній службі, вона зараз працює на наших об'єктах благоустройства. Во время проведення місячника по благоустройству, якщо якісь організації захотять провести уборку парка или сквера, они, как обычно, да, то есть уже многие знают, что это традиция, может быть, обращаются к нам в управление ЖКХ с указанием даты, где они собираются, даты, когда они собираются проводить уборку территории, места, и они просят нас обеспечить их инвентарем и машинами для вывоза мусора. Мы обеспечиваем их и инвентарем, и машинами для вывоза мусора. Единственная сложность у нас бывает только во время субботников общегородских, когда вся наша коммунальная техника расписана и задействуется на объектах, которые массово убираются. Тобто, якщо хтось окремо хоче долучитися до прибирання міста, то краще це робити в інший час. Ні 13-го і ні 29-го. Да. Ми з удовольствием поможемо, але не в ці дні. Да, не в ці дні. Щоб техніка вільною була. Тема нашої програми, я її озвучила, що таке суботник? Це пережиток радянського минулого, чи це все-таки громадянська відповідальність? Виходить так, що суботник – це ніби так добровільно-примусова, закликаються люди для того, щоб прибирати своє місто. Але закінчиться суботник, пройде кілька там, наприклад, закінчується акція 30 квітня. Після 30 квітня йдуть травневі свята. Це знову ж таки вибираються люди на природу. Але ми знаємо вже з такого досвіду негативного, що після людей на природі залишається дуже багато сміття. Скільки про це закликали, скільки говорили про те, що після себе треба прибирати. Вам не здається, що суботник – це добре, але, мабуть, тут справа більше в свідомості людей, які повинні просто прибирати після себе кожного разу або ще краще не смітити? Ну, давайте вам говорить так, что основная цель субботников, да, это привить другое поведение, ну, привычку нашего населения жить в чистом городе, соблюдать гигиену города, да. Мусор не только нужно убирать, но еще нужно научиться не сорить. И особенно в таких масштабных, да, размерах, как, ну, мы это делаем сейчас. Давайте будем говорить откровенно, не приучены к тому, чтобы, ну, не сорить. Не могу ответить вопрос, почему воспитание, мама не сказала, ведь каждый из нас, ну, дома явно не кидает на пол бумажки, окурки, то есть мы уважаем, уважаем труд своей мамы, да, и своих родных и близких. Почему мы не уважаем труд коммунальщиков? Ну, багато людей говорять, я заплатив гроші, наприклад. Я плачу квартплату, так? Тобто цю квартплату входить прибирання прибудинкової території тим самим двірником. Тобто я можу з чистою душею шпурнути ту бумажку, чи бутилку, чи папірець той, і двірник, він зобов'язаний прийти все це і підібрати. Це, звичайно, хибна думка, але десь вона дуже глибоко в нашій свідомості, мабуть, сидить, якщо ми не можемо вже скільки років незалежність, і ми не можемо її позбавитися, вже Радянського Союзу давним-давно немає. А ця свідомість, вона... Ну, от іменно такими акціями, коли ти вийдеш в город, ти поубираєш, ти увидиш результат. Ми хочемо розвити елементарну привичку людей доносити мусор до мусорних баків. И не только доносить их до мусорных баков, но еще приучить своих детей делать так же. Потому что действительно многие жители нашего города не задумываются о том, сколько стоит содержать город в чистоте.
мы тратим деньги, да, мы оплачиваем коммунальным предприятиям за то, что они вывозят мусор, за то, что они его собирают. И вот яркий пример у нас в районе аэропорта, там, где хотят построить городок для участников АТО, образовалась свалка строительного мусора, для ликвидации которой нам необходимо около 2 миллионов гривен. Вот возникает вопрос, что человек сэкономил, когда он вывез туда строительный мусор, который на свалку принимают бесплатно. За 2 миллиона гривен, которых нам сейчас нужно выделить и убрать эту свалку, мы можем осветить 10 улиц, да, потому что у нас есть 507 километров дорог наших, из них только 300 освещают. Еще 200 километров улиц нашего города они не освещены, да, и люди хотят, это нормальное желание жить в нормальном городе, в освещенном, да, ходить по нормальным тротуарам и ездить по отличным дорогам. Вот. За 2 миллиона мы можем осветить 10 улиц или отремонтировать километр дороги, да, и создать комфортные условия проживания для нашего населения. Но нам приходится ликвидировать свалку. То есть тут уже выбор человека. Ну, понимает ли он, что то, что он делает, да, это все равно отображается на его комфорте проживания в городе. То есть, все одно це ті бюджетні кошти, да, які б могли піти зовсім в інше русло. Ви сказали за освітлення. Чи плануєте ви те освітлення розумне, яке зробили в районі першої міської лікарні, поширити на все місто? Взагалі є такі перспективи? Да, мы планируем работать в этом направлении для того, чтобы развивать город и, самое главное, уменьшить затраты на эксплуатацию и оплату электрической энергии, потому что на сегодняшний момент электрическая энергия все время дорожает и дорожает, и ежегодно, да, на протяжении последних 3 лет мы уже доходим до суммы 4 миллиона за оплату за электроэнергию. То есть, если 2 года назад это было 2 миллиона, то сейчас это 4 миллиона, и в следующем году это может быть 5-6. Поэтому на сегодняшний момент есть такое желание, да, ставить уже более современные, более экономически выгодные, да, светодиодные светильники, которые, некоторые из которых имеют систему управления, да, которых мы можем изменять напряжение, изменять, видеть работу этого светильника, сломан он или не сломан, не выезжая на место, да, не обследуя город, мы можем, сидя в кабинете, видеть, работает у нас на эта система или не работает. Тем самым мы можем уменьшить затраты на эксплуатацию. Да, то есть, уменьшив затраты на эксплуатацию, мы опять-таки можем купить новые остановки, отремонтировать дороги, сделать наружное освещение дальше больше. Хочу нагадати нашим слухачам і глядачам, що триває програма «Радіо Майдан», триває у прямому ефірі, телефон студії 32-29-78. Будь ласка, не будьте байдужими, телефонуйте, висловлюйте свою громадянську позицію щодо питання, яке ми розглядаємо. А говоримо ми про весняне прибирання, про суботники, чи вони потрібні, чи взагалі потрібно змінювати свідомість кожного з нас, щоб було чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. І нагадаю, що у нас в гостях заступник начальника голови управління житлово-комунального господарства міської ради Юлія Яндович. От почнеться прибирання. Є ймовірність того, що людина, яка прибирає на своїй території, прибудинковій, там, чи це приватний сектор, чи не приватний сектор, ну, частіше в приватному секторі, вивозитиме сміття, як у нас прийнято, десь за вулицю, десь на узбіччя викинути, висипати. Є ймовірність того. Яким чином ви будете вивозити сміття, контролювати це? І чи будуть передбачені штрафи за скидання сміття в неналежних місцях? В лісополоси у нас люблять викидати. Ну, у нас є спеціалізована інспекція по благоустройству міста. Я прошу вибачення, це питання ми відповідамо після телефонного дзвіночка. Ми вас слухаємо, ви в ефірі. Привіт. Добрий вечір. Будьте добрі. Об'ясніть, пожалуйста, ми живемо в райцентрі Нова Балашука. Относимося до Кіровського району, Фортечного району. І здесь же на території знаходиться райсполком, пенсіонний фонд Кіровоградського району. Рядом з ним недостроєне здання, многоэтажне. Много років вже стоїть. Ми не знаємо, кому воно принадлежить, но постоянно вокруг этого здания такой бур'ян, така грязь.
грязнота, выбрасывает кто, кому только не лень. Забегают в это здание по естественным надобностям. Скажите, пожалуйста, кто же должен убирать возле этой территории и кому она принадлежит? Ну, помогите, пожалуйста, решить этот вопрос. Спасибо. Спасибо за вопрос. Это действительно вопрос, ну, специализованной инспекции. Я запишу обязательно после передачи адрес, и мы направим туда инспектора и узнаем, кто хозяин этого здания, потому что убирать эту территорию должен властник, то есть хозяин этого здания. Для этого у нас есть специализованная инспекция, которую мы сможем туда направить. Они найдут хозяина этого помещения, и тогда уже будут проводить соответствующие мероприятия при привлечении его к административной відповідальності і заставлення привести свою територію в порядок. Але ж ми повертаємося знову до того, що не обов'язково, якщо це не добудова, вибачте, ходити туди в туалет і висипати туди сміття. Це знову ж таки наша свідомість наша і ставлення, наша культура і наше ставлення до свого міста. Адже це територія, вона може бути біля якогось будинку, жінка сказала, там соціальні служби розташовані. Але знову ж таки це повага просто до містян, до людей, які поряд живуть. Ще нас один телефонний дзвіночок, ми вас слухаємо. Добрий вечір. Доброго вечора. Мене інтересує таке питання. Ми живемо по Полтавській, 58. Рядом з нами знаходиться магазин АТБ. Між АТБ і нашим домом, там скверик був коли-то маленький, АТБ построїла магазин, обіцяла, що буде цю територію ухажувати, смотреть, все. Зараз це лавочки, пообломані всі доски, грязь. Мусор кругом. Хто должен ним опікуватися? Це ж центральна вулиця, красива вулиця Полтавська. Я думаю, що лавочки обламують явно не працівники АТБ, скажімо так. Знову повертаємося до того, до культури нашого населення. Я сейчас не скажу точно, сколько раз в неделю, но точно один раз в неделю наше коммунальное предприятие там собирает мусор. Мусор и вывозит его оттуда. Это территория коммунальной собственности. То, что АТБ действительно обещала ухаживать, да, они периодически проводят одноразовые акции, наводят порядок, но все-таки основное... Прибирання, да, делает наше коммунальное предприятие Кировоград благоустрой. По поводу лавочек, мы поедем, отправим туда наших коммунальщиков, возможно, они в рамках этого місячника и отремонтируют. Але з культури наших людей, можливо, що через місяць знову ті лавочки будуть поламані. В нас ще один телефонний дзвіночок, ви в ефірі, ми вас слухаємо. Добрий вечір. Доброго вечора. Олександр, місто Знам'янка. Ну, я вам дякую за сьогоднішню програму, і таке в мене питання. Знаєте, покійний лікар, мануальний терапевт Касьян ще багато років назад розповідав про те, як він поїхав в Польщу, так, викинув на тротуар недопалок, і до нього підійшла симпатична дівчинка і сказала, щоб він підняв цей недопалок, потім він заплатив величезний штраф. Так? Коли ми підійдемо до таких стандартів, як в Європі, щоб за кожний клаптик паперу, за недопалок, щоб нас також штрафували, і якщо ми підійдемо саме до таких стандартів, у нас буде порядок. А чому ми на словах ніби кожного разу йдемо в Європу, а на ділі цього немає? Дякую. У нас есть правила благоустройства, да, и полномочия специнспекции складывать административные протоколы про нарушение административного кодекса. К сожалению, в нашем административном кодексе Украины предусмотрен максимальный штраф, если я не ошибаюсь, для юридических лиц 1700 гривен. И действительно, за административное нарушение можно притянуть один раз в год. То есть, если территория там, в 10 гектар, она замусорена, абсолютно, то юридическому лицу проще заплатить 1700 гривен и ее не убирать.
Поэтому действительно вы правы. Если бы был штраф, да, 17 тысяч гривен, то, наверное, многие бы задумались, стоит ли бросать окурок на пол или все-таки пройти 2 метра и выкинуть его в урну. У нас еще один телефонный дзвоночек, мы вас слушаем. Добрый вечер. Доброго вечера. Значит, у меня вот такой вопрос, не знаю, по теме или нет, но, наверное, все-таки по теме. У нас есть такая улица Космонавта Комарова. Слушайте, тротуары убитые. Я живу здесь, в этом районе, уже вот с 60-го года. Как построили эту Комарову улицу, сделали, и все, ни разу тротуар никто не ремонтировал, не делал. Убитые тротуары пройти невозможно. Машины, когда особенно дождь идет, по улице течет вода, машины прут, а человеку деваться некуда. Пожалуйста, возьмите на контроль, запланируйте, и все-таки надо на Комаровой улице тротуарчики сделать. Ну, це, мабуть, це ваше. Ну, да, это тоже вопрос управления жилищно-коммунального хозяйства. К сожалению, могу сказать, что на сегодняшний момент в этом году выделено всего около 3 миллионов на капитальный ремонт тротуаров. Но если будет корректировка бюджета, да, там действительно улица магистральная, по которой достаточно много ходит людей, и будет возможность, мы будем планировать его делать. А можно якимось чином, например, в каждом микрорайоне есть свой депутат? Чи можна робити до нього якісь запити жителям, і щоб він якимось чином допомагав в цьому? Це взагалі реально, чи це утопія, скажімо так? Ну, это абсолютно реально. Мы плотно работаем с депутатским корпусом, и 80% рабочего времени наших сотрудников занимает активная переписка с депутатским корпусом, с жителями города. И да, люди обращаются и напрямую в управление ЖКХ, и через депутатов, но, к сожалению, бюджет не безразмерный. Единственное, чем отличается обращение жителя города от депутатского обращения, это тем, что согласно закону Украины про рассмотрение обращений граждан, мы их рассматриваем 15 дней, а депутатское обращение мы рассматриваем 10 дней. То есть результат именно качества, да, или выполнено, или не выполнено, зависит от наличия бюджетных средств, ну, правильного планирования. И, возможно, если все-таки мы будем меньше мусорить, у нас будет экономия денег, и мы сможем найти средства для того, чтобы ремонтировать. Да. У нас еще один телефонный звоночек, мы вас слушаем. Добрый вечер всем. Добрый вечер. Юленька, к вам вот такой вопрос, просьба. Вот вы сейчас как-то так, знаете, сказали, а это ж не АТБшники, сотрудники сорят, а это ж сорят, это человеческий фактор. Сколько можно, извините, пожалуйста, что я так говорю, сбрасывать все на человеческий фактор? Вот два дома. Это уже неоднократно говорили, сколько ваша передача существует, столько и говорили. 5-й и 7-й. Это дружбы народа 7 и 5. Между ними стоит АТБ. Машины по этой улице, по маленькому этому кусочку, невозможно пройти. Просили, чтобы сделал депутат, когда ему надо было, он приходил и говорил, да-да, мы все сделаем. Переход. 12 шагов перехода можно сделать со всех сторон, с одной, с другой и с третьей, с трех сторон мчатся эти наши любимые вот эти машины. Мало того, еще и когда показываешь, что ж вы делаете, а он мне показывает два пальца или один. Это первое. Второе. Между нами, между нашими домами, Юленька, 5-й и 7-й, это творятся чудеса, особенно в вечернее время и, естественно, летом. Значит, все то, что покупается в АТБ, выпивается во дворах. Вот это улыбки, я понимаю, что вам даже смешно. А потом, все это выписывается под заборами. Нам надоело уже на это, на все смотреть. Милиция, да, приедет, там погонит все. Значит, у нас уже такие просьбы, как говорят, глобальные. Если эти дома такие стратегически невыносимые,
что только виноват человеческий фактор. Может быть, помогите нам, знаете, в чем? Какой-то сделать преграду, забор, чтобы можно было видеть. Когда он через забор уже перелазит, то можно как-то его оградить. Это крик души. Невыносимая вонь. Сидят бабушки, сидят старушки. У нас из двух домов очень много заслуженных людей, которые раньше работали и дворниками, и главными инженерами, и медработниками с большой буквы. Поэтому, может быть, как-то, Юленька, все-таки вот сюда приехать, когда много людей сидит на лавочках, и посмотреть со стороны и сказать, так и да, действительно, может быть, мы им поможем в ограждении вот этого стратегического этого двора 5 и 7. Можно, ну ведь, смотрите, мы же идем, как говорят, в Европу, и прогресс у нас такой. Может, какой-то забор, может быть, что-то такое сделать, для чего, для того, чтобы и, как говорят, человеческий фактор со стороны продавцов и человеческий фактор со стороны всех этих, которые нарушают, чтобы он как-то соединился и чтобы наконец-то в наших дворах появился покой. Очень вам благодарна. Давайте вы оставите свой номер телефона, я вас завтра наберу, и мы с вами встретимся на месте, и мы обсудим все ваши проблемы, потому что очень сложно понять сейчас, что конкретно можно сделать с вашего телефонного звонка, а при личной встрече мы с вами можем найти какой-то выход из этой ситуации. Залиште, будь ласка, нашему режисерові номер телефону свого, і пані Юлія вам зателефонує. У нас ще один телефонний дзвіночок, ми вас слухаємо. Добрий вечір ще раз. Добрий вечір. Я обращаюсь вот по какому вопросу. Пожалуйста, скажите, как идет организация создания СМД? Что-то я смотрю, ни в газетах, нигде ничего не пишется. И, по-моему, это дело гиблое, вялое. И что за причина? Пожалуйста, объясните. Ну почему вы думаете, что нет никакой организации? ОСББ продолжают создаваться, люди обращаются в Главное управление ЖКХ каждый день за консультациями, как создать ОСББ, как ним управлять. У нас есть специалист, который занимается этим направлением, который проводит разъяснительную работу. Есть информация на сайте Горсовета по поводу создания ОСББ. Если вам это интересно, вы хотите создавать ОСББ, приходите в Главное управление ЖКХ, вас проконсультируют в любой день, в любое время. Дякуємо. Ми говорили з вами за прибирання і за те, як вивозитимуть сміття і як будуть контролювати штрафами скидання сміття в лісополоси і непризначені для цього місця. Мы возвращаемся к тому, что это полномочия специнспекции. Есть инспектора, которые ежедневно проходят большое количество километров нашего города, заходят к каждому предпринимателю, в каждый магазин, в каждую парикмахерскую. Сначала просят привести свою прилегающую территорию в надлежащее состояние. Но когда просьбы не помогают, они тогда составляют протоколы, которые вносятся на административную комиссию, и тогда привлекают и жителей города, это может быть и физическое, и юридическое лицо, к ответственности за нарушення правил благоустройства. Ми говоримо зараз за залучення людей, активних громадян до прибирання міста, за комунальників, які декада буде проведена. А ось, наприклад, підприємства, чи будуть залучені до прибирання прилеглих до них територій. І навчальні заклади – це школи, і вищі навчальні заклади. Професійні, технічні, школи, училища. ПТУ – активні учасники наших ежегодних місячних по благоустройству. Такі заводи, як
Эльворте, да, Гидросила, они тоже активно убирают не только свою территорию, но еще оказывают нам помощь, техника для уборки территории ЖЭО, территории парков, скверов. Достаточно много предприятий и общественных организаций принимают участие в этой акции. До речі, таке питання. Я знаю, що минулі роки була така практика, що студентів чи старших школярів, тобто тих дітей, яким вже виповнилося 16 років, яких вже можна залучати до роботи найманої, так би мовити, їх залучали до благоустрою міста, там вони чи дерева садили, там, чи обкопували клумби, і за це їм платили кошти, там у них була якась заробітна плата. Чи ви плануєте в цьому році отак, так само дітей, молодь залучати до благоустрою міста? Да, я теж на протяжении лет 5 займається цим відділ сім'ї і молодежі. Виділяється спеціальне определенне кількість средств з місцевого бюджету. І ці школьники працюють у нас в комунальному підприємстві «Кіровоград Благоустрій» і приводять наш город в чистоту. У нас залишається буквально кілька хвилин до кінця ефіру. Скажи, будь ласка, сміттєвалище на Завадівці. Там страшне, що робилося, я знаю, минулого року, там позаминулого, особливо влітку, коли спека і вітер, там взагалі дихати не можна. Щось робиться з цим сміттєзвалищем? Да, в прошлому году вже у нас в місті появилась сортировочна лінія. Да, інвестора і орендарі, да, це земельна участка, построили там сортировочную линию, проводится сортировка мусора, также ее прилегающую часть убирают, и в этом году во время нашего месячника они тоже будут своим коллективом наводить порядок вокруг нашего мусора, ну, нашей мусорки. Вот. И как бы со стороны местной власти мы занимаемся поиском инвестора для строительства мусоперерабатывающего завода, потому что без него нам будет сложно в дальнейшем, а за счет местного бюджета мы вряд ли это потянем. Я хочу звернутися до наших слухачів і глядачів і сказати, що все-таки, на мою думку, чистота нашого міста залежить не від того, як часто в ньому прибирають, а від нашої відповідальності і від того, що ми в ньому не будемо смітити. Тоді справді наше місто буде чистим і ми будемо нести відповідальність за цю чистоту і будемо прищеплювати її своїм дітям. Це була програма «Радіо Майдан». Говорили про весняне прибирання. Гостею студії була Юлія Яндович, заступник начальника головного управління житлово-комунального господарства міської ради. Дякую вам за те, що ви знайшли час, завітали до нашої програми. Завтра у Радіо Майдані буде продовжена екологічна тема, і йтиметься про екологічну акцію «Зробимо Україну чистою». Слухачам і глядачам дякую за увагу. У студії працювала Наталія Сметанко. Гарного усім вечора.